Ну вот сегодня утро, 16 июня 2018 года. Вот мы опять пришли на Рыжковский. Вот сейчас здесь вот доски убрали. Сейчас должен скоро Игорь Барабаш подъехать на бульдозере и сено привезти сюда, чтобы саманить можно было. Продолжаем работы, скапывание. Сегодня суббота у нас. Вечером вечернее богослужение. Вот. Это значит, у нас благо глина берется хорошо. О! Марина. Запутался. Мошкара заедает. Какая тут гигиена? Только от Бога. Вот видишь, уже прекратилось, этой капельки не видно. Момент какой. Уточка летит, садится, смотри. Вон она как, медленно-медленно, как самолетик. Этого ничего не было в прошлом году. Погуляли дождик, вот боимся с горизонта, не успеем. А сейчас что у нас здесь? Ну, можно сказать... 60 сантиметров уже выкопали, но надо больше метра. Если на метр выкопаем, это 40 кубов земли. А какая земля? Дальше вон корни, вон там вообще не пробьешься. Деревенским сказал помочь, ни один не пошевелился, а только осудили. А это далеко в деревне, это никому не надо, а дорогу ездят. Ну дорога куда ни шло, то есть то, что не пришли, нас одних оставили. Они это еще и подтвердили. Нашли обоснование такое. А тут никто не живет. Люди будут ездить, тут рыба ловить. Говорю, а вы ездили все эти 27 лет на чужие водоемы рыбачили. Почему молчите-то? Мне это не нравится. Вот видишь, надо как делать. Можешь, не можешь. Я вчера пришел. Поразуться не могу. А то есть глина, она тяжеленная. Человек, который не хочет что-то делать, он находит обоснование, гнилые подпорки. А тут никто не живет. Странно довольно. Разве это ответ? Утки живут здесь. Рыба живет здесь. Это микроклимат создается. Плавать можно, купаться. Ну что угодно, теперь поднято уровень-то, глянь. Тут раза в три больше даже, чем три водоема получилось. Какой... А до этого была одна грязь ил. Сейчас бьюсь достать драглайн. Вот, ко всем обращаюсь. Это экскаватор, который тросом забрасывает ковш и тянет. Он может метров на 10 углубить, а к нему сойдешь, это и будет где основной ил затянет. И будет где ночевать крупные рыбы. Вот сейчас я... Это глина. Новые сапоги церковные надел. А вот, а почему? А крепкая подошва. И вот какой-то сидит там, говорит, задницу не может от унитаза оторвать. И он судит, надо, не надо. Не надо. Здесь все свое. Раньше так и работали они. Я показываю, километровые канавы, в рост человека почти что. А это-то что мы тут, 25 метров может быть. Видишь, на рукавнике мошкара все заедает. Ничего. Вот это если бы мы сделали, сегодня надо бы доски положить. А потом гости приедут, там помогут, когда уже за доски выйдем. Там просто промыв будет. Вам ли этим заниматься? Мне еще более странно.
На кого же надеяться, когда никого нету? Как бы не Марина вот Христенко, так мы бы еще половину не сделали. Бог дал нам работника хорошего. Притом она не обманула, ошибка-то нас. Я говорю, говорит, я за мужика могу работать силой. Если я убился, говорю, она за 2,5 работает. И вот женщины все стонут. Работать надо. Полячку одну спросили. А как вы, ей там уже сколько-то там, видимо, 40 с лишним лет. Как вы себя так сохранили, как девушка? Она дала простой рецепт. Рожать больше надо. Рожать. Моя мама приедет в Латвию, там Хабаровск, она за мной летала все, я ей доставлял хлопот, когда к Богу обратился, она за меня боялась. Одна неграмотная, считать не умеет. Из Барнаула прилетела в Хабаровск, я в госпитале лежал. А потом обратился в Латвию, в Венспилс, одна, без сопровождающих. И все спрашивают, а что, ваша мама? А она, интересно, на фотографии, как один раз постарела там, платок надела, такой почти до старости осталось. Это ваша мама так молодо выглядит. 12 ребятишек. Ну, 10 живых. Это 12. Вот сегодня скажи, женщина, это, а для мусульманки это, для баптистов у них он по 18. Менделеев Дмитрий Иванович был 17-м ребенком в семье. И что, он дурной вырос? Перекладываем доски, перетаскиваем. А уж как Бог даст. Во. Посмотри, как там Марина. Туда пройди до конца, погляди, что еще. Там еще ниже надо будет копать. Направить, чтобы вода шла дальше, метров на 30. Не подбывала плотину. Главное, там корни не дают. Да, вот эти очень глубокие корни. Вот. Ну и вот тогда они ближе к кустам надо будет, чтобы сливалась вода. Сейчас ждем Игоря, должен сено подвести. Пусть у тебя аппарат недалеко, рядом лежит. Вот капельки дождя видно, вон. Да. Угу. Я хочу Игорю сказать, возьми в руки молоток, поедешь. И дверки все открой, мало ли куда опрокинешься. Слава Богу за все. Аллилуйя.